И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Black Flag, четвертая часть. В прошлой серии мы вырвались из блокады англичан, которые блокировали остров Нассау, пиратскую бухту, то бишь. И это было непросто. Так, где-то здесь можно было нанимать бесплатно моряков. Это можно сделать в таверне. Нифига себе, парнишка прилег, да? Блин, слезь, Эдвард. Слезь, падла. Смотрите, я не могу слезть никак. Спуститься, отпустить. Я нажимаю, ни хрена. Ну, прыгни ты там. Твою мать. Придурок. Дайте вмажем. Мы же все-таки пират. О, нормально так. Сразу причем действует алкоголь. Так, вот у тебя, да, можно команду нанять? Капитан Кир... Да, это я. Одного человечка. Вообще-то можно было бесплатно нанять команду, то есть я сделал улучшение, но почему-то не смог. Ну, там на берегу мы построили костер, развели. Вот, и там как бы можно нанимать бесплатно команду. Ну да ладно. Бог им судья. Тем более, что этот костер стоил что-то 9 тысяч, что ли. Почему я не могу нанять там команду на халяву? Черт его знает. Поплыли, выйти в море. Так, куда лежит наш путь? Еще парусов! Где-то на севере у нас основное задание. Вот оно. Че там? Не зная жалости. Ну, переместимся на остров Абака. Знакомый нам. Первый же остров, на котором мы высаживались в этой игре. Охотились там на оцелотов. И на игуан, по-моему. Поймать ветер! Бросок петрей! Поднять паруса! И на этом же острове мы нашли сокровище не так давно. Так, посмотрим, это у нас находится за этим островом. Да, нам придется оплывать. And soon we'll be in London town doing it.
my Johnny Poker, come rock and roll me over, to my Johnny Poker. Там что-то серьезное на горизонте. А, нет, это всего лишь брик. По правому борту! Тут выживший! Сторм, сэр! Плохо дело! Плохо. Нам как раз даст нового задания. Так, необходимо улучшить галку, прежде чем выполнять задание. Рифить все марселя! Поднять лисели! Но задание я все равно начал. Ты нас всех разочаровал, Тэтч. Решил остаться тут, значит. К черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Он просто глупец. Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль. Так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Где только искать эту принцессу? Что ж ты как бочонок с дохлой рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Что-то не то с этим челом. Опять, блин, выследите. Да что ты будешь делать, а? Ну, спрятаться-то некуда. Молодец. Ты вообще не палишься. Вообще не палишься тут, братец. Еще и бабу, короче, в нос пнул. Так, впереди уже запретная зона. Он здесь не лезет. А здесь где прятаться, если он обернется? Смотри-ка, вторую скорость включил. Лейтенант, есть что? Что? Стой здесь. Стреляй во все, что движется. Среди них был дезертир, который меня узнал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видел? Не думаю, сэр. Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи про меня. Что еще сборище, сэр? Пьяные до смерти. Это нам на руку. А-а-а, куда ты лезешь? Раз
Расскажи мне про Тича. Кто он для чего? Он Тэтчса. Так он себя зовет. И он просто чокнулся. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпивку. Выпить-то он мастак, но не как все. Берет обычный блиц ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А еще на той неделе он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники, гниющие в отхожих ямах в преисподней. Ни больше, ни меньше. Боже. Но для чего? Команду проверял. На прочность и выносливость. Пока что на корабле крепче его людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Чёртовы дикари. Живей, подавай сигнал. И запомни это. Что вы замыслили, сволочи? Какого черта? Офигеть! Да залазь, Кенвей, ну, блин, что залажил? Какой-то кривоногий у нас Кенвей. Хер ли ты сюда залез? Почему ты сразу наверх не залез? Линейный корабль остановить. Давай, давай, разворачивай. Так, теперь на абордаж надо взять. Что? Что происходит вообще здесь? То, что мы линкор расчехвостили, это уже неплохо. Команду врага 20, запас пороха внутри, вражеских лазутчиков 2. Да бери, бери! Да, так я не прострелю. Лови!
без золота! Нам бы поклонялись! Бич! Где же Тэтч? Убит? Капитан? В вечных муках. Да, жалко, конечно, черную бороду нас покинул. Да, и Галка, конечно, у нас не в лучшем состоянии после подобной атаки. Все из-за какого-то вшивого предателя. Так, что нам предлагают делать? Куда плыть? Куда-то в этот квадрат еще не изученной местности. Самовлюбленные глупцы. Так, ну плыть мы, наверное, всю дорогу не будем. Я предлагаю, знаете что? Остаток серии поохотиться на акулу. Акулу... Белую акулу. Где она у нас была-то, зараза? Это кит. Нет, еще где-то была. Большая белая акула. Только здесь, что ли? Но здесь у нас по дороге несколько крепостей, которые надо снести, потому что они нам спокойно проплыть не дадут. Давайте начнем наше путешествие от Камберленд Бэя. Даже как-то не верится, что черная борода погиб. Очень печально. Нифига себе. Сразу в запретной зоне оказались. От Камберленд Бэя поплывем, ну, вот сюда за сундучком. Потом, собственно, с чехвостем, наверное, форт. Нам надо как-то технично, чтобы не попасть вот этому линкору на глаза. Хотя,
В принципе, я смогу его победить. Too much and your head they'll bust. Oh, a bully ship and a bully crew. Блин, надо бы лодочку нам отремонтировать, что я не посмотрел. Your advancer's gone, you at sea again. They're bound round the horn to the hail and rain. Sing and haul and haul and sing. Сундук на том стороне, стороне острова, что ли? Hey, up aloft that yard must go. For we are upward bound, you know. A handy ship and a handy crew. A handy mate and an old man too. Так, тут наши ребята воюют. Блин, что за туман такой дикий? Мы их трогать не будем. Спустить паруса! Убрать, убрать, скорее! Так, да, прежде чем нам соваться на форт, нам надо починиться. Где мы сможем это сделать? По-моему, вот здесь можно у нас. Да. How might I find your favor today? Давай, показывай, что у тебя там есть. В первую очередь починим корабль. Да. Потом нам говорили, что Галк нуждается в... Подожди, мы можем продать же там сахар-махар. Совсем чуть-чуть. Ром. Галка нуждается в модернизации. Но я думаю, сейчас у меня ни на что не хватит. Корпус у меня полностью прокачанный. Вот именно бортовые орудия только нам надо прокачать. Денег много стоит. Так, пушки полностью. Мощная сторона. Тоже можно увеличить. Обычные ядра на полную. Книпели на полную. Мортирные ядра тоже можно. Нужно даже. Фальконетки. Последнее улучшение. Тяжелые ядра. Последнее улучшение. Зажигательные снаряды также. Так, это все. Это полностью... Отсек для зажигательных снарядов можно увеличить. Но не к спеху я ими и так толком не пользуюсь. Здесь полностью все. Ладно, давайте с... You have my thanks. Желаете... Давайте биться с тем, что есть. Кабо де Круз. А, нет. Быстрое перемещение до точки... этой вот точки, и потом пойдем на форт. Думаю, в этой серии мы успеем его. Свободу гротам! Все на от ветра! Блин, все-таки это линкор как лакомый кусочек. Смотри-ка, у меня замечает. Линейный корабль, сэр! Испанские флаги! Кажется, один.
Паруса спущены. Чего он здесь стоит? Поймаем ветер! По местам, ловим ветер! Последний чистит днище! Ты смотри-ка. Хочет драться, что ли? Капитан, мортиры! Убавить парусов! Гроты по ветру! Ну, хочет драться, значит мы его... Ловим ветер! Все паруса! Осторожнее, Эдвард! Не подпускайте их на выстрел! Нас задели! Зараза! Ладно, сам виноват. Здесь такая неприятная отмель везде. Мортир, я думаю, на нее тратить не буду. Тем более, что жизни у нее там хрен да маленько. Спустить промзеля и бомб промзеля! Так и сделаем, ребятки. Тем более, что весьма богатая добыча. Рубим на кровавые шмятки! Тащим их в преисподнюю! Так, флаг корабля, вражеские офицеры, команда. Косой. Блин, вот он ближе подходит, ты хрен попадешь ты. С фальконетки. Вообще нереально. Ладно, хрен с ним с фальконеткой. Живой еще, что ли, зараза? Камера, не сходи с ума, пожалуйста, а? Помогай мне. Давайте, ребятки, я за флагом, короче. Разберитесь, 4 человека осталось. Какой-то еще один испанский корабль смотрит на те действия, которые мы здесь совершаем. Так, как быть с кораблем? Ну, неплохое у них добычу мы забрали. Нифига, парня колбасит, смотри-ка. Отдать гроты, парни! Лиселя отдать! Вперед! Ойки вниз, по местам стоять! Образок и дрейф к ветру! Рифы на фоке! Марселя, промскуй! В принципе, если бы он меня не атаковал, я так и оставил бы его стоять на приколе. Ну, странный какой-то корабль. Вроде линкор. Со спущенными парусами.
с малостью жизни. Так, вот, собственно, и форт. Четыре укрепления. Не такой уж крутой. Там у него уязвимое место, сэр! Только дайте знак, капитан! Блин! Ударим по ним здесь, Кэп! Блин! Здесь и там ударим, везде ударим. Бой готов, сэр! Блин! Они открылись! Тактика по ним, сэр! Блин! Ударим по ним здесь, Кэп! Блин! Зал! Осторожней, капитан! Блин, там еще и корабли плавают. Зал! Не вовремя. Мортирами я не сильно попадаю. А ты здесь откуда? Не сейчас. Только скажите, как? Удачная позиция! Давай, тяни! Блин, абордаж, да, взял я? Зараза. Ну ладно. Одно другому не помешает. Тяни его поближе, только подпасть не могу толком. Собственно, абордаж. Даже ни один человек нас не вступил на борт вражеского корабля. Так, починим галку. Там еще какая-то канонерка нам мешалась. Блин, а куда мне стрелять? Что-то я не знаю. Зал! Да что? А, они уязвимы здесь, а, надо бить! Правильно стреляю. Накидали! Рот к ветру! Рацель убрать! Зал! Ударьте туда! Все, готов. Он идет ко дну! Кто, Форд? Ты что, дурак, что ли? Этот парень от нас отстал. Не хочет с нами связываться. Паруса отдать! Круче к ветру! Ловим ветер, сколько есть! Спустить промселя и промселя! Накидывай! Марсель! Еще паруса отдать! Убавляй от ветра! Шевелись! Убрать гроты! Так, ну что ж, давайте-ка займемся фортом. Блин, ноги взять к нам поломать, что ли?
Здесь нам не пройти. Один готов. Там у нас да, ты не того совсем убиваешь. Опять не того. Спасибо тебе, друг. Не ждал. Ну чё, все? Спета твоя песенка. Хотя, нет, смотри. Так-то получше будет. Ох, ни хрена себе. Да убей ты его, ну. Стреляй! Охренеть. Чуть на ровном месте не грохнули. А почему он не сдался, интересно? Все остальные сдались. Какой-то непокорный. Dios, protégeme, no quiero morir. Че ты сказал? Еще материться на меня будет, падла. Так, замечательно. Форт наш. И, пожалуй, я на этом с вами попрощаюсь. Увидимся уже в следующей серии. Чтобы ее не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Комментируйте и ставьте большой палец вверх, если видео понравилось. Всем желаю всего доброго. Пока.